друзья. Ну и напоследок, конечно, мы для вас споем еще одну свою песню. Она называется «Счастье в дом». Но перед счастье, друзья, конечно, это самое главное, что должно быть в доме. И все будет хорошо. И мир во всем мире. Это самое главное. Но перед этим я хочу представить нашу арт-группу «Свои». Друзья, Алексей Еремин, бас-гитара. Наш ударник без смены Сергей Савченко. Дмитрий Еремин. Арт-группа «Свои» сегодня для вас спели и знакомые черты. И Рустам Исатаев. Он так просил. Друзья, счастья вам в дом. Всего самого доброго. Легкий поступь и солнечный день. Так и бывает, что не угадаешь, где начало берет поручил. Иногда он врывается в бури, суматоху будет твоих, и от света глаз твой прищурит. Но сомнений в душе никаких, а счастье в дому приходит твой, не нарушая в нем покой. Оно не просит, не болит и заставляет снова жить. А счастье — это тишина, и в ней поет твоя душа. Порою счастье впереди, и жди его за ним иди. Покидают те, кто близок и дорог тебе. Так бывает, что отпускаешь, чтоб дорога была налегке. Только время тебя успокоит, не нарушив тихую гладь. Столь тихие звони оставляют на сердце печать. Счастье в дом приходит твой, не нарушая в нем покой. Оно не просит, не болит и заставляет снова жить. А счастье — это тишина, и в ней поет твоя душа. Порою счастье впереди, не жди его, за ним иди. Счастье впереди, не жди его, за ним уйти. Спасибо, друзья. От лица города Оренбурга и от наших гостей я хочу сказать спасибо и этому ансамблю, и второму. Вот. Пожелать счастья, любви, семьи, побольше денег, то есть всего хотите. И бурных аплодисментов. Не только сегодня, и всегда. Спасибо большое, спасибо.
Ну и, я думаю, не первый раз мы их сегодня увидели, значит, и не последний. Спасибо. Спасибо, друзья, спасибо. Арт-группа своя.